Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 빠른 방법! 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами будем учить корейские слова на тему больница. Так что, если вы хотите выучить самые необходимые корейские слова с носителем корейского языка, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сразу начнем с первого корейского слова. Первое слово это пёнгвон. Пёнгвон это больница или поликлиника. Друзья, больница или поликлиника? Пёнгвон. 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 Так мы говорим. Вы не забудете повторять за мной. Договорились? Я всегда смотрю на вас. Вот, больница или поликлиника? Пёнгвон. Пёнгвон. Вот вы молодцы, вы уже выучили. Тогда давайте двинемся дальше. Друзья, тогда как будет по-корейски аптека? Аптека. Это будет по-корейски якук. Якук. Друзья, аптека. Якук. 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 Так мы говорим. Легко и просто. Тогда, друзья, как будет по-корейски врач? Врач. Это будет по-корейски уиса. Уиса. Друзья, врач. Уиса. Уиса. Вот, вы молодцы. Тогда как будет по-корейски медсестра? Медсестра, это будет по-корейски канхуса. 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 Друзья, медсестра. Канхуса. Канхуса. Да, вы молодцы. Канхуса. Канхуса. Так мы говорим. Тогда, друзья, как будет по-корейски термометры? Термометры, это будет по-корейски 체온계. 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 Друзья, термометры. 체온계. 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 Так мы говорим. Тогда, друзья, как будет по-корейски тонометры? Тонометры, это будет по-корейски 혈압계. 혈압. 혈압계. 혈압계. Так мы говорим. Друзья, тонометры. 혈압계. 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 Вы молодцы. Я вам говорю сейчас. Тогда, друзья, как будет по-корейски рецепт? Рецепт это будет по-корейски 처방전. 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 Друзья, рецепт. 처방전. 처방전. Да, вы молодцы. Тогда, друзья, как будет по-корейски стетоскоп? Стетоскоп это будет по-корейски 청진기. 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 Друзья, стетоскоп 청진기. Да. 청진기. 청진기. Вот вы молодцы. Тогда, друзья, как будет по-корейски лекарство? Лекарство это будет по-корейски только один слог. Як. Як. Друзья, лекарство. Як. Як. Вы же выучили, да? Легко и просто. Тогда, друзья, как будет по-корейски полис УМС? Я имею в виду медицинское страхование. Это будет по-корейски... 의료보험증. 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 Друзья, полис УМС. 의료보험증. 의료보험증. Так мы говорим. Друзья, полис УМС. 의료보험증. 의료보험증. Вы же выучили, да? Да. Тогда, друзья, как будет по-корейски уколь? Уколь это будет по-корейски чуса. 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 Уколь, друзья. Чуса. Чуса. Чуса.
Тогда, друзья, как будет по-корейски рентген? Рентген – это будет по-корейски то же самое, как в английском языке, только с корейским акцентом мы будем говорить X-ray. 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 Друзья, рентген. X-ray. X-ray. Так мы говорим. Легко и просто. Тогда, друзья, как будет по-корейски палата неотложной помощи? Палата неотложной помощи — это будет по-корейски «응급실». «응급실». Друзья, палата неотложной помощи — «응급실». «응급실». Так мы и говорим. Легко и просто. Тогда, друзья, я на этом заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую! 또 만나요! 안녕!